ребята, всем привет! Приветствую всех на моем канале Паритор РС. И сегодня у нас с вами новиночка WorldToys 12429. Интересный вариант. И, кстати, ребят, я посмотрел, простите, там ни капельки не 540 класс мотора, 550-й. Тачка просто зверь. Огненная машина. Давайте с вами сейчас потестим и посмотрим ее на асфальте. Вам тоже нравится, да, как она, смотрите, колеса поднимает? Эх, ей бы заблокированы задние мосты, цены бы и не было. Очень мягко. Кстати, ребят, это давлю полный газ, 2S, триммер выставлен на максимум. Посмотрите, как мягко идет на бездорожье, просто едет и едет. Зацепь передний бампер, запрыгнет. Давайте наш тест. Да ладно, смотрите, как поднялась. Это будет 100% переворот. Все. Смотрите, все, ребят, все. Потому что, обратите внимание, это колесо, то, что оно поднялось и полностью идет. А прокрутка его сзади потихоньку крутится, все, оно не заедет. Я, кстати, не понимаю, зачем такая особенность здесь, что именно... ну вот, смотрите. То есть она прям реально поднимает. И на 2S, обратите внимание, ну, скорость очень медленная. Да, я не спорю, очень красиво смотрится кузов. Можно действительно посадить какого-нибудь водителя. Будет очень кабинно, классно смотреться, но не больше. Колеса еще такие несуразно огромные, не знаю, ребят, ну... Смотрите, как я болтаю, да? Вот вы знаете, вот... Если, допустим, вы покупаете, что-то типа S-Max, Evora, просто Max за 6000 рублей, понимаете, вы, наверное, в основном гоняете, я бы это сказал, ну, наверное, больше по асфальту, да? А здесь почему-то именно хочется залезть на какие-то, знаете, препятствия именно, вот, то есть, оп. Оп, полазить так, покарабкаться. Надо эту тачку на бездорожье. Смотрите. Не, давайте не будем издеваться. Все равно она едет. Едет, в принципе, неплохо. Дальность очень хорошая у машины. Ну, то есть, спокойно можно кататься и... Но за 6000... Как мягко.
Очень мягкая машина, очень мягкая. Ну вот это мне больше всего нравится. Ребят, я не знаю. Итак, ребят, конечно, да, давайте первый тест-драйв, я считаю, удался, был, то есть не сломался, уже хорошо. На асфальте эта тачка вообще, наверное, бездарна, здесь даже кататься не надо, неинтересно. Все-таки интересно где-то, знаете, асфальт заездом куда-то на какое-то бездорожье, эта тачка будет интересна. Но опять же, вот мое мнение, все-таки за то, что она такая мягкая, вальяжная, вот задний мост заблокируйте, и будет вам счастье, это я вам гарантирую 100%. Пока на этом все. Если вам понравился Evil Toys и вам нравятся мои обзоры, как всегда, ставим лайк. Это приветствуется и каналом, и, конечно же, приветствуется мной. Спасибо, ребят, правда, за внимание. Все, кто смотрите мой канал, подписывайтесь на него. На этом все. Спасибо за внимание и пока-пока.